Ну, в пенсии получаем регулярно, хорошо. А для по городу мне это юбилей наш. Очень понравился праздник. Это был один из самых таких достояний наших смоленских в этом месяце. А что еще вам сказать? Ну, в следующем году жить хорошо, да. Очень хорошо, да. Вот видите, как хорошо, да. Вот скажите, пожалуйста, какие события уходящего года вы считаете для Смоленска самыми позитивными? Открытие нового торгового центра. Какого? На Киселевке. Да. Негативные события. Негативные. Ну что, непонятно, у нас что-то с долларом происходит, что-то непонятное какие-то будет события. Будет дороже. Чего ждать нам вообще в будущем году? Что произойдет что у нас? Я... От Нового года. Не знаю. От директора подарок, это точно. Тошнотики мы пережили, остальное не закрывай. И переживем и эти маленькие неполадки. А вообще город прекрасный, город строится. Год прошел хорошо, вот у меня появилось, да, счастье. Вот, собственно, хочется всем пожелать, чтобы все люди обрели свое счастье. Внимание власти должны обратить на то, что жить просто невозможно. Зарплаты не повышают, цены растут, на детей то же самое пособие платят никакие. Ну то, что у нас грязь в городе, что тут как-то подкрашивается, все это все так запущено, ну ничего хорошего здесь не изменилось, все изменяется только в худшую сторону. Я гражданин Республики Беларусь, Гродненская область, город Сморгонь. Вот, проживаю в Смоленске, здесь работаю в автомойке, все нормально вроде бы, я не знаю. Вроде бы в Смоленске все хорошо, здесь спокойно, здесь это, да, я так считаю, потому что... Президент Российской Федерации Владимир Путин хороший человек. Самое хорошее для меня. У меня родился сын. Ну вот. Ну и остальное. Олимпиада там. Крым наш, опять же, что не может не радовать. Все дорожает. Нигде ничего не возьмешь. Все. Особенно пенсионерам. Нигде ничего не возьмешь. А больше что еще сказать? У меня была детская площадка. Городская администрация ликвидировала, теперь некуда. Три улицы без детской площадки совершенно. Вот бегаю, пытаюсь добиться, что бесполезно. Улица Покровского. Путин хорошо выступал, там говорил, повысит там зарплату, хорошо будет в жизни. Такой крутой, ну, Владимир наш Путин. Наш город преобразился за последнее время. 1150 лет все-таки сказались на красоте города. Хотелось бы больше видеть зелени, чтобы комфортнее было ездить в транспорте автоколонны 1308. Покровка, чтобы превратилась в чудесный зеленый заповедник.